коллеги, доброе утро, добрый день. Сегодня понедельник, начало недели. Давайте зарядимся все позитивом на целую рабочую неделю и проведем ее продуктивно. А я сегодня приехала в ПЭК. Как вы думаете, зачем? Конечно же, за посылкой. Дело в том, что я решила попробовать использовать при заказе продукции не почту, не доставку почты России, а попробовать ПЭК, потому что, ну, как бы никто не знал информацию, сколько стоит доставка, как быстро приходит товар. В общем, я решила, попробовала. 3 ноября я сделала заказ в компанию. Отгрузили, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, потому что тут 4 ноября был праздник. 7 числа я звонила в компанию, очень приветливая девушка со мной очень мило, вежливо пообщалась и объяснила. И попросила отнестись с пониманием, потому что обороты увеличиваются в разы, а мы с вами понимаем, что склады очень перегружены. Поэтому с открытием новых представительств, конечно, разгрузится Казань, и нам уже будет, ну, намного быстрее отгружаться продукция. Но даже при том, что 10 числа мне компания отгрузила, учитывая все праздники и выходные, 12 числа мне пришла смс, что посылка пришла. Друзья, 2 дня посылка пришла. Правда, опять я попала на выходные, и вот сегодня в понедельник я забираю. Но если все делать продуманно, например, отправлять заказик в понедельник, да, чтобы не было выходных, можно получить в течение, я думаю, ну, 5-6 дней. Поэтому выбирайте доставку с учетом ваших потребностей. Ну, а я иду за посылкой. Сейчас посмотрим, как это все происходит. Тришка, можно вопрос по ходу? Беларусь, Украина. Я могу отсюда посылочку отправить? Представляете? Оттуда? Так, у меня Гомель, вот, Беларусь, по Украине Харьков. Нет, Харьков на Украину мы не возим. Вообще никуда в Украину не возим. До Белгорода. Да. А там у них обычно курьеры. От Белгорода курьеры возят, да? Да, вот да. А, получается, в Белгороде у вас ПЭК тоже, ну, филиал. И они могут отправить. Все, отлично, супер. Так, а Беларусь? Гомель. Михаил, товарищ, Гош, берешь уже? Самостоятельный новый бренд. Наверное, поняли, что я развиваю по всей стране, по миру. Стоимость флакона в разы дешевле. Качество парфюма внутри французское сырье. Будет интересно, попробуйте. Хорошо? Все, спасибо вам огромное. До свидания. Так, друзья, я в приятном таком воодушевлении. Посылка пришла быстро, отличный сервис. Девочки выдают квитанции. Мы идем за получением груза. Кроме того, я узнала информацию, как можно переправлять в Беларусь и Украину. В принципе, есть варианты. Не дешево, но варианты есть. И что? И доставка вышла мне всего в 380 рублей. Так же, как и почты, но в 2 раза быстрее. Колеса какие-то выдают. Кстати, для тех, кто не хочет вот так ездить на склад, собирать, можно оформить доставку до дома, до двери даже. Конечно, это будет плюсом стоить, но все на ваше усмотрение. Итак, я достала посылку. Вот так она запечатана в коробочке. Еще и подписано, что осторожно, стекло, все контактные данные. В общем, друзья, сервисом я очень довольна, потому что, ну, бывают случаи, что на почте что-то теряется, и, в принципе, потом ищет вещи. А тут, мне кажется, ну, больше ответственности за груз. Но даже дело не в этом, дело в сроках. Вот для меня важны сроки и качество работы, да, потому что если это быстрее, качественней, то я готова переплатить 100-200 рублей, но получить быстрее. Открываем. Даже телефон горячей линии
живи, люби, твори. Но я думаю, это переложили, чтобы не шевелилось. Кстати, смотрите, перекладывают мягким материалом, чтобы не деформировались флакончики. Это очень важно, потому что на почту мне один раз пришло. Это просто ужас. Вот они, долгожданные ароматы. Друзья, я теперь могу продавать духи. Ура! Круто, 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 круто. Все, всем желаю удачной недели. Работаем, работаем, продвигаем наши духи. Всем удачи, всем пока. С вами была Леся Селезнева. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.